С 1 апреля по 15 июля по всей России шла призывная кампания. На военную службу призвали 128 тысяч молодых людей. Итоги весеннего призыва подвели в Чувашии. План призывной кампании наша республика выполнила в полном объеме. Чувашия проводила вооруженные силы Российской Федерации и войска Национальной гвардии России 1359 человек. Из них почти 280 призывников имеют высшее профессиональное образование. Более 180 прошли подготовку по военно-учетным специальностям в учебных организациях ДСАФ России и образовательных учреждениях среднего профессионального образования. Всего комиссиями в рамках весеннего призыва освидетельствовано более 5,5 тысяч молодых людей. Из них по состоянию здоровья категория А годность 1898 человек, это 34%. Категория Б 2042 человека, это 37,1%. Категория В ограниченная годная 1149 человек, это 29,1%. Г 339 человек, 6,1%. И негодные к службе всего 80 человек, это 1,4%. Чебоксары, Новочебоксарск, Канашский, Вурнарский и Чебоксарские районы. Именно оттуда на военную службу отправили больше всего призывников. 15 человек не явилось на комиссию без уважительной причины. Призывными комиссиями на лиц, уклонившихся от призыва на военную службу, в следственные органы для привлечения к уголовной ответственности направлены материалы на 6 человек. К административной ответственности привлечены 5 человек. Как отметила министр юстиции и имущественных отношений республики Наталья Тимофеева, все будущие солдаты были обеспечены обмундированием и нормами довольствия. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.